Губернатор Югры Наталья Комарова исполнит новогоднее желание мальчика из Макеевки. Жители подшефного города Югры принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний». Наталья Комарова в этом году решила исполнить желание 6 ребят, среди них и Никита Трущенко из Макеевки. В новогодние каникулы он отмечает двойной праздник, 1 января ему исполнится 12 лет. А мечтает мальчик о гитаре. Еще один автор новогоднего желания – Давид Миралиев из Сургута. Его отец – участник специальной военной операции. Давид учится на программиста, снимает видеоролики и занимается спортом. Учитывая то, что у Никиты двойной праздник, думаю, к гитаре надо еще приложить то, что может пригодиться для игры на ней. Учитывая увлечение Давида, подарю то, что пригодится для работы над видеороликами. Совмещает несколько увлечений юноши. Как вариант, ручной стабилизатор для камеры или смартфона.